Сумочку вы видели. Сейчас начнем распечатывать. Так, пока не забыла, сделаю брови. Быстренько. Вот таким якобы светло-коричневым. Так. И теперь вторую бровку. Я думаю, хватит. Господи, по-моему, слишком ярко. А представляете, если бы я вот этим темно-коричневым нанесла? Это же был уже кошмар. Вот. Это такая цыганка Аза. Цыганка Аза. Так, ну что, приступим. В общем, я купила Френда вот этому карандашу. О, смотрите, что делается. Они изменили стайл. То есть они вот эти колпачки заменили вот этими какими-то колпачонками. А что значит долго не ходить? Они меняют стиль. А я думала, я купила близнеца. Нифига. Так. Сейчас будем распечатывать черный карандашик. Ой. Так. Уже идем к финишной почти что прямой. Или к серединной. Ой-ой-ой. Сделано. То есть я же вам сказала, что теперь я буду гоняться за толстыми карандашами, пока не найду замену своему дубовому. Ну что ж, приступим. Какой классный на вид. Посмотрим, как ты в деле. Так, ну ладно, с Богом. Какая прелесть, такой мягкий, но слишком яркий. Мне бы вот с такой серой. Ну вот так вот красит этот черный карандаш, господи, боже мой. Сразу такой вау и ах. А как цвет-то называется? Называется Wet n Wild Multistick. И 594A Nocturnal Behavior. Вот так вот. То есть поведение полуночника. Nocturnal, это такой как бы, как ноктюрн, да? Ноктюрн по-английски обычно не переводится как такой ночной человек, когда он не спит, или даже вот как бывали, помните раньше, лунатики, которые вставали ночью и шли куда-то. Вот такое вот у нас поведение. Nocturnal behavior. Wet and wild. Там есть еще другие цвета, там есть еще такой... такой как бы травяно-зеленый, потом голубо-синий, и коричневый, потом, по-моему, даже какой-то кирпичный, потом желтый еще какой-то. Ну и закончим это все дело тушью. Господи. При такой подводке и тушь не надо, господи, боже мой. Ну так немножко. Так. Так, я немножко еще добавила коричневого, не знаю. Ну, по-моему, уже слишком драма-драма. Так, и раз у нас такая темнота, друг молодежи, мы сделаем такой белый. Кремовый хайлайтер. Вот здесь вот. Так вот. И также здесь.
Вот где-то так. И, в общем, завершу это дело вот этим своим блеском, который очень интересный. Там он был под знаки гороскопа. Надо было мне все купить. Ну как же жмешься на себя, любимую. Ну как бы не жмешься, но думаешь, тебе зачем, надо тебе так всего куча. А потом накрасишься перед вами, думаешь, нет, надо было взять. Так. Вот так вот у нас образ получается на ходу. Так. Это мой вот этот колорикон, который каприкон. Тоже Wet n Wild. Ну все, в принципе, можно уже снимать бигуди, потому что я хочу создать видео про кино и парфюмы. Так что встретимся в следующем клипе. Всего самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела.